Катенька, как вам мой борщ? Спасибо. Спасибо, что уточнили, что это борщ. Просто ваш борщ по составу напоминает мне Верховную Раду. Слишком много всего, но непонятно зачем. И кроме того, весь вкус портит какой-то перец. По статистике, две кометы на орбите встречаются раз в 1654 года. Так вот, мясо в вашем борще встречается гораздо реже.